Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня продолжение приключений улитки Боба, вторая часть. Сегодня мы завершаем обзор фэнтезийных историй. 20 уровней здесь уже пройдено, осталось 5 основных и 5 вот этих вот скрытых, которые открываются при сборе всех пазлов, всех кусочков пазлов. Поэтому 21 уровень. Так, куда ты уже идешь? Там же закрыто. Стоять. Там нас ждет этот цветок. Вот здесь звездочка спряталась. Так, а что это мы можем делать? Перемещать портал. Ага, для того, чтобы упасть не вниз, а получается упасть туда вверх. Вот мы вот так вот раз. И переместились. Стоять. Здесь еще одна звездочка. А это что? Мы выключаем огонь. А что, разве нельзя было сразу его выключить? Можно. А в сундуке ничего нет тоже? Странно. Ладно, все. Пока спокуха. Можем пойти к кнопке, нажать на нее. Ой! А что теперь с ним делать? А, вот. Смотрите, как я вовремя успел нажать на кнопку. Еще бы немного, и мне пришлось бы туго. Ну, не мне, а нашему Бобу. В принципе, две звездочки есть, нужно еще одну найти. Где она может быть? Почему в сундуке нет? По идее, она должна была быть в сундуке. Ну, а, вот. Я случайно нажал сюда вообще, возле сундука там лазил. И нашел звездочку. Я даже не увидел, где она. Просто случайно нажал, даже не то, что там искал. Так, 3 звездочки есть, уровень пройден. Давайте переоденем нашего Боба. Так, рекламу я посмотрел, и давайте смотреть, что нам выпадет. Жизнь или одежда? Все-таки жизнь. Ладно, еще разок. Обычно со второго раза всегда попадался костюм. Может быть, традиция поменяется? Нет, видите, есть новый костюм. Это кто у нас? Лучник, типа Робин Гуд. Не, Робин Боб, во. Ха-ха, прикольно, Робин Боб. Да, нет, хватит, нам больше крутить не нужно. Идем к 22 уровню. Опа, наша тень там сверху. Давайте посмотрим. Вот, нажимает кнопку. Получается, открывает... точнее, закрывает... Стоп. Огонь, в общем-то, да? Так, а теперь что нам? А, вот так вот. Интересненько. А, нет, нам нельзя было так делать. Я ошибся. Получается, нужно сначала... Ой. Развернуться, вот. А теперь... Стоп. Как же быть здесь? Не-а, не получается. А что же делать? А, вот получается, можно что сделать, да? А ну-ка, теперь попробую. Вот, идем так. А здесь еще один рычаг. А, еще один рычаг. Ой-ой-ой. Сколько их много, слушайте. Звездочка там. А теперь я могу спокойно, кажется, идти, и меня пропустят. Вот оно что, да? Раз. Так. Ай. Нужно было задержаться. Пока все поймешь. А, вот, все, понятно. Теперь смотрите-ка. Вот так. И вот так. Так, все. Стоять. Возле выхода теперь собираем звездочки. Еще кусочек пазла есть. Так, здесь у скелета ничего нет. У этого тоже. А здесь есть звездочка. Вот кусочек пазла торчит. Это уже 2. И здесь где-то нет. Нет, нет, нет. Еще одна звездочка. Так, скелета я уже проверял. Ага. А где же еще одна? Пока я ее не вижу. Кто-то видит уже? Подсказывайте. Получается, по центру, в самом низу она спряталась, так что я ее не видел. Но главное, что все взято, можно идти дальше. Робин Боб всех победил, да?
И переходим к 23 уровню. Опять у нас темные эти вот уровни. Так, ну все-таки нужно, наверное, нажимать на кнопочку сначала, да? Ой-ой-ой, стоп. А, не надо, не надо, не надо. Давай, ну, ой-ой-ой. Что же здесь нужно было делать-то? Стоп, как-то я... совсем что-то не то сделал. Я не понял. Там вот меч торчит. Может, нужно было мечом его как-то? Ладно, еще одна попытка. Все-таки в чем-то здесь есть какой-то прикол. Кнопка. Кнопка. Вот еще кнопка. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, не знаю, не знаю. А, вот. Вот нужно было что делать. Все, теперь я уже понял. А то я сразу как-то вообще не сориентировался. Так, вот. Все. Главное теперь еще раз не нажать, чтобы меня не этот... В общем, вы поняли. Не прибило самого. Так, а что это за кнопка? Ой, привидение, лови его, лови. Я в прошлый раз с этим привидением намучился, я просто забыл, что его можно нажимать на него, и оно исчезнет. Так, это все хорошо, но где наши звездочки? Я пока... А вот одну вижу. Вот вторую вижу, тоже зелененькую. Так, третья. Где же может быть третья? Вот здесь мы прыгаем. А пока мы прыгаем, нужно звездочку найти все-таки, да? А, вот вижу третья. Поэтому можно вставать, нажимаю на этого. Опа, и выход. Отлично. Немного с проблемками, но все-таки прошел этот уровень. А, я посмотрел рекламку, чтобы добавить себе жизни немного. И можно идти дальше. А то в прошлый раз в этом уровне потратил две жизни, как бы, ну. Все-таки лучше. О, люстра поднялась. Это для чего? А, там под ней звездочка. Так, а что здесь? Рычаг, ага. А, нужно попытаться. Вот еще одна звездочка, кстати, сразу. Ой! Ой! Ну вот видите. Не зря я жизнь себе зарабатывал, вот так я их потратил. Так, получается, мне что нужно? Ага, вот так. Это типа, чтоб тень наша упала. И тень может... наша... Куда она попадет? Вот сложный уровень, слушайте. Давайте попробуем. Разворот. О, там выход будет. Вот. А, вот, получается, я нажал на кнопку, мы можем пройти. Все, это классно, слушайте, это классно, реально. Так, стоять. Закрылся от пчел, но от пчел дело в том, что рычаг этот не спасет. А, теперь мы можем развернуться. Нажать на еще одну кнопку, вот. Там звездочка есть, хорошо. Пока мисс первая. А здесь еще и пазлы есть, вот вторая звездочка. Так, где же... вот кусочек пазла. И как всегда проблема с третьей звездочкой. Так, ну фактически там можно отсюда уходить. И искать третью звездочку. Давай пока спрячься, а вдруг там что-то... А, может, смотрите. Может попробовать им куда-то пойти сюда вот. А, он обратно вернулся. Вот как, вот в чем прикол. Классно, придумали. А, так слушайте, по-моему, третья звездочка вот она, за этим, за люстрой. Я же ее вначале нашел. Вовремя успел нажать, сейчас бы вышел бы и без нее, пришлось бы переигрывать. Так, я все пазлы собрал, по идее, да? И это значит, что у нас уровни вот эти скрытые и открытые. Поэтому переходим к 25-му, а дальше уже те, которые раньше от нас были спрятаны. Ого! Ого! Вы чё? Вот это, конечно. Я маленькая пчелка, а вы меня так вот кидаете. Ох ты, смотрите. Отскочили. А теперь еще и пчелы летят на меня. Обалдеть. Ничего себе. Так, нужно звездочки собирать, а то... Так, и угинаться, и звездочки собирать, и от пчел прятаться. В общем, не уровень, а сказка называется. Так, подождите, вот еще одну звездочку вижу. А, быстрее сюда, защит.
Что такое? Вот, получай. А где же еще? А, вот еще одна звездочка, третья. Все, есть. А эти пчелы уже летают не так просто, видите? Не по прямой траектории, как до этого. А вот вот так вот неправильно. Неправильные пчелы, неправильный мед. По идее, осталась одна голова у дракона. Поэтому с драконом будет легче, чем с пчелами. Он всего один стреляет, не три, как в начале. Поэтому сложного здесь, наверное, ничего уже нет. По идее, сейчас эту последнюю голову отстрелю, и все. И полечу куда-то. А я не могу вот вылетать, видите, здесь как-то ограничено вот такое пространство. Так, ну-ка. И бабух, отлично. Эй! Я думал, он сейчас меня съест, на меня кинется. Ты куда упал? О, он типа спит. Класс. Ну, три звезды есть, и идем дальше. Осталось 5 уровней в этом эпизоде. Опа, не понял, что это? Муравей куда-то собрался. Он не знает, что ему делать. Но... А, пропал улитка Боб, да, наша? Вот он вернулся все-таки, да? Привет, Мураха. Ты так рад меня видеть. Вот ты мой хороший. Но нас ждут еще ж остальные истории. А почему нам сказали, что нет? Ладно, 26 уровень. Стой! Ты куда? Так, брысь отсюда. Мне нужна звездочка. Получается, что вот я сюда падаю и... Типа неизвестно, куда я возвращаюсь, да? Падаю сюда, вылетаю оттуда. Так, ладно. Падаю сюда, по идее, вылетаю сверху там. Ага, нет. Каждый раз по-разному, что ли? Ага, все, я понял. Нужно развернуться просто. Я почему-то не развернулся. Так, вот. Эту крокозябру... Ой, нажать же нужно. Пускай она уже появится, то я путаюсь с этим всем. Вот, нажимаем на кнопку. Там у нас, где выход появился, ну, в общем, мостик такой, да? Это все хорошо, но нужно же ведь мне еще звездочки взять. А где они есть? Я пока их не вижу. Звездочки, ау. Так, что-то странно. Обычно одной не вижу, сейчас две не вижу. Ладно, нужно пока топать. Там потом уже найдутся как-нибудь, да? Ближе к выходу. Вот он. Все, стой. Жди теперь нас. А, вот, получается, за знаком вопроса за одним спрятали звездочку вторую. А третья вот тут рядом возле нашего улитки Роба, не, или губки Роба. В общем, так как-то. Губка Роб, губка... Ой. Улитка Гуд. О, Робин Гуд, да? И улитка Боб. Робин... В общем, я уже запутался сам. Идем дальше. Так, а здесь у нас двое пчел. Не люблю пчел. Неправильно, пчелы. Так, Мураха, давай ты подними вот эту вот штуку, да? Опа. Есть такое. Свечка. Ого. Так, ладно. Вот звездочка. Вот эти свечки я могу попалить. Тоже там еще одна звездочка. А там что? А, вот еще один мостик. Получается, я должен пройти по этому мостику. Вот так. Теперь наша мураха бежит сюда, поднимает еще одну часть. Открывается нам еще одна часть мостика. Идем дальше. Так, а еще одна звездочка нам нужна, да? Звездочка. Обычно, если сразу не заметишь, то потом долго ее искать приходится. За ульями. Лучше ульи не беспокоить. А то себе дороже будет. Вот, еще одна звездочка найдена. И можно идти к выходу. Что я благополучно и делаю. Так, поехали дальше. Точнее, поползли. Опять пчелы. Так, вот пчел мы можем убрать. Это можем сюда.
Там что, привидения будут? Ладно, давай, боб на выход. Нажимай. А, вот звездочка, кстати, сразу над ним. Так, опа. Справился с привидением. Можем уйти теперь сюда. А что же здесь делать? Там еще одна кнопка внизу есть. Ползем к ней. Еще одно привидение. Ух ты. Разворот. Так, вот мы сюда. Теперь стой. Теперь мы должны переместить этот блок сюда. И, соответственно, этот блок поднимется вверх. Там вот еще одна звездочка под ним была. Осталось найти третью звездочку, и можно выползать. Наверное, она за портретом, да. Как я догадался, сам не знаю, да? Вот, идем дальше. Так, стоп. Кракозябра. А, может... Ого. Вы это видели? Вот это портретик. Так, мне нужно как-то к той кнопке. А, поэтому я не смогу подняться. Ух ты! Я падаю, видели? Опыта заработал. Так, ладно, нам все-таки нужно сначала как-то вот так сделать. Теперь отправить его туда. Слишком близко я к нему пошел. Значит, нужно, получается, не ждать. А, вот и звездочка еще одна. О, вот так вот, да? Вот я поднял ту эту штуку. Разворот чуть-чуть. Ай, блин, не нажал. Ну почему я нажал так не вовремя? А, вот так, бывают такие легкие уровни, а тут раз и сразу такой сложный. Ну, не то, что сложно, но просто не везет что-то как-то. Так, беру звездочку, беру здесь звездочку. Разворот. Лучше я остановлюсь вот так. И теперь прыгну. О, вот хорошо. Вот взял звездочку. А, так. Стоять. Разворот. Теперь можем наконец-то лететь вверх. Главное здесь теперь не сглупить. Оп. Так, брысь отсюда. Вот. Ползем сюда, нажимаем. Разворот. Оп. Нажимаем на это растение. Так, подползаем. И теперь нам нужно звездочку найти, да? Где еще одна звездочка? Признавайтесь. Возле выхода нет. Нигде нет. Тут тоже нет за этой штукой. Может, здесь это как-то нет? Нет. Нигде не спряталась. Странно. Вот что-то в этом... Когда не нужно, она вообще не ищется. Охо-хо. А, вот же, блин. Шторка висит за шторкой. Звездочка. Мне этот уровень так, такой был сложный, что я... Забыл по сторонам посмотреть. Так, по идее, это сейчас последний у нас будет уровень. Да, именно последний, поэтому быстренько его проходим. Ой-ой-ой. Я пчелка, пчелка, пчелка. Я вовсе не медведь. Не, я тучка, тучка, тучка. А здесь, ну, в данном случае я пчелка, пчелка, да? Вот звездочка, кстати. А как здесь? Ага, вверх. Я понял. О, пролетел. Так, нужно теперь собрать еще звездочки. Одна, вторая. И вот третья. Тут звездочки были легко найти. Поэтому превращаемся обратно в улитку. Роба. И завершаем этот уровень. Так, этот эпизод пройден полностью. И у нас открывается новый, который называется «Островная история». Так. Ну, его мы начнем рассматривать в нашем следующем обзоре. Поэтому, если вам нравится
Улитка Боб в нашем прохождении, то поддерживайте это видео своими лайками. И не забывайте подписываться. Очень скоро продолжение, поэтому оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч!